Сейчас начал монтировать новое видео, только перетянул вот в проект первый файл и столкнулся с такой проблемой. На видео очень сильно присутствуют посторонние шумы. Ну, очень часто это может быть звук ветра, который задувает в микрофон и ничего не слышно. Вот послушайте. Записываю видео с шумом ветра и посторонними звуками. Вот слышите, тут присутствуют посторонние звуки. В общем, очень часто люди не знают, как их удалить с видео, просто удаляют этот фрагмент и все. Ну, на самом деле все очень просто. Итак, первое, что нам надо сделать, это отдельно сохранить аудиодорожку в отдельный файл. Жмем рендерить как, и тут выбираем, ну, MP3. Может быть, не MP3, но любой формат. Давайте выберем наибольшее качество. Даже вот 320-е. Ну, подойдет и 256-е, но не важно. Файл назовем звук с шумом. Рендерим все это дело. Как видели, отрендерилось оно быстро, буквально за полсекунды. И вот у нас в отдельном файле сохранен только звук. Теперь что нам надо сделать? Переходим в интернет, открываем любой браузер и в поиске вбиваем Audacity. Программа такая есть. Ну, сразу можно выбрать Audacity, скачать. Выбираем прям первую ссылочку. Так, что тут у нас последняя версия? Так, и где у нас кнопочка скачать? А вот тут она. Скачиваем программу. Как мы видим, она занимает всего 27 мегабайт. Сохраняем на рабочий стол. Так, сколько? 5-10 секунд. И программа у нас скачалась. Так, есть. Вот тут она находится. Итак, запускаем эту программу. Так, ее надо установить. Выбираем, где тут русский язык есть. Русский есть, русский язык. Жмем ОК. Соглашаемся со всем. Установочка должна пройти очень быстро. Жмем далее, завершить, ну и сразу запускается программа, ну или вот ее ярлык на рабочем столе. Так, теперь наш файл с шумом перетягиваем в эту программу. Как мы видим, тут две аудиодорожки, но это левый и правый динамик, у нас стереофайл. Записываю видео с шумом ветра и посторонними звуками. Так, как мы видим, файл передался полностью, но все посторонние звуки присутствуют. Теперь нам надо выбрать фрагмент этого файла, где нет нашего голоса. Так, увеличим и прослушаем еще раз. Записываю видео. Так, значит, на вот в этот. На этом фрагменте, который я выделил, тут звука голоса нету. Вот, слышите, тут только шумы. Теперь переходим на вкладочку «Эффекты». И вот тут есть такое подменю «Подавление шума». Жмем на него, и сразу надо нажать кнопку «Получить профиль шума». То есть вот этот фрагмент, который мы выделили, программа будет и на его основе создавать модель шума. Жмем эту кнопку. Все, модель шума составлена. Теперь смотрите. Двойным нажатием выделяем весь наш файл. Заходим опять в эффекты. Заходим в подавление шума. И модель у нас уже создана. Жмем просто кнопочку ОК. Теперь на основе этого шума
на основе модели. Программа убрала весь такой похожий шум из этого файла. Прослушиваем, давайте результат. Записываю видео с шумом ветра и посторонними звуками. Видео будет длиться 15 секунд. Я думаю, вы уже заметили разницу. Тут она огромная. Но остался вот такой вот участок, где все-таки шум присутствует. Его можно просто удалить, либо же опять создать на основе вот этого участка модель шума и подавить и применить этот эффект еще раз ко всему аудиофайлу. Давайте сейчас мы жмем создать. Экспорт. Экспорт. Давайте сделаем вау. Теперь назову я файл звук без шума, сохраню на рабочий стол. Так, жмем ОК. Так, и вот у нас новый аудиофайл звук без шума. Перетяну его в наш проект. Так, давайте я скопирую изображение. И теперь запущу, и вы почувствуете разницу. Записываю видео с шумом ветра и посторонними звуками. Видео будет длиться 15 секунд. А теперь то же самое, но без шума. Записываю видео с шумом ветра и посторонними звуками. Видео будет длиться 15 секунд. Как вы услышали, звук шума намного сильно уменьшился, но все-таки он присутствует. Если вы хотите добиться более сильного эффекта, можете вот тут вот поиграться с этими настройками. Увеличить до 15, чувствительность там до 2, до 3. Ну и с ползунками, конечно, тоже поиграйтесь. В общем, я думаю, я вам помог. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях. На этом все. Всем спасибо за просмотр видео. Всем пока.